Карольском районе сегодня климат благоприятный как для населения, так и для бизнеса. На территории не только настоящее лето, 24 градуса выше нуля, но и все создано для прихода сюда инвесторов. В первую очередь, конечно, в сельское хозяйство. Большие поля готовы к посеву сои и кукурузы, главной кормовой базы для животноводческих ферм. С визита на одну из них начал рабочую поездку в Карольский район врея губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Хозяйство в селе Прилуки только начинает развиваться. Сюда сейчас приходит инвестор – крупное сельхозпредприятие СКНР. Решение было принято после встречи руководства компании с Андреем Тарасенко. В ближайшее время здесь увеличат поголовье дойного стада с 340 до 5000 коров. При такой мощности можно будет заниматься переработкой. Свой молокозавод пока не собираетесь ставить? В 21-м, не раньше. В 21-м, да? Да, переработку планируем. Так, молоко будете пока сдавать, да? По какой цене сдаете? Цена разная, все зависит от контрагента. Цене цена 25 рублей. 25, да. Пока же то, что надоят в Прилуках, везут на Харольский молокозавод. Стабильное предприятие с хорошим заработком. В прошлом году здесь выпустили почти 7000 тонн молока и молочной продукции. Завод один из немногих в России, где используют современные технологии и при этом ориентируются на рецепты старых мастеров. Андрей Тарасенко подчеркнул, что предприятию нужно напрямую работать с торговыми сетями, минуя посредников, а сбытчики продукции должны быть зарегистрированы в Харольском районе. Это дополнительный доход в местный бюджет. Так работают на еще одном предприятии – Лота Хароль Агро. При помощи инвестора из Южной Кореи в этом году здесь засеют более 5000 гектаров. При этом и зерно, а значит и деньги, остаются в районе. В прошлом году на все хозяйство мы намолотили больше 15 тысяч тонн зерна. Это в среднем почти по 1000 тонн на человек занято в растениеводстве. Инвесторы поменялись у нас буквально в этом месяце. До этого мы работали в корпорации Hyundai. Сейчас нас передали в Лот. Буквально состоялась сделка. Новые инвесторы. Надеемся, больше инвестиций. Так а что с зерном делаете? Все зерно продается на территории Приморского края. Покупают, да? Да. Импортом пока не занимались. Аграриям в Харольском районе необходима поддержка. Одну из мер обсудили во время визита Андрея Тарасенко на Сиваковскую насосную станцию. Через нее вода из озера Ханка подается на рисовые оросительные системы. В этом году заявки от сельхозпроизводителей на орошение рисовых полей поступили почти на 11 тысяч гектаров. Минсельхоз России выделил Приммелиоводхозу 11 миллионов рублей компенсации. Это позволило снизить тариф на воду до 77 копеек за кубометр. Но и этого сейчас мало. Андрей Тарасенко подчеркнул, что тариф необходимо снижать. Причем это лишь только одна из мер. Также в ближайшее время можно будет приобрести сельхозтехнику по цене ниже заводской. Ее сборку также будут вести в Приморье. В Владивостоке будет дешевле, чем в Ростове. Потому что мы выбили 20% вот эти у федералов и заложили. Даже если она привезена и так далее. То есть все это перевозка и так далее бесплатно получается. И еще стоимость понижается ее. А вот у еще одного крупного предприятия района Ярославского ГОГа проблемы и с инвестором, и с собственником. Руда есть, а ее не добывают. Запасы минерального сырья около 15 миллионов тонн. По словам руководителя компании, производство стоит из-за того, что продукцию некуда сбывать. На ГОГе уже сократили более 1000 человек. Сейчас разрабатывается проектная документация по модернизации производства. Срок сдачи документа – январь 2019-го. Главу региона это не устраивает. Сделать все необходимо максимум до ноября, иначе компанию лишат лицензии. Тем более, что пример вывода предприятий из кризиса у Андрея Тарасенко есть. Все понахватались каких-то хороших сладких участков и заморозились. Для чего дается месторождение? Для того, чтобы разрабатываться. Для чего дается поле? Чтобы на нем выращивать, а не сидеть и ждать хорошей погоды. Кто не хочет, ну, будем силовым методом забирать и уходить. Ну, другого я не вижу способа, как заставить вас здесь разрабатывать. То, что вы мне рассказываете там до 19-го года, там 20-го года, у меня сегодня народ здесь живет, сегодня хочется жить. Понимаете? Вы сами посмотрите, наверное, все хотят рабочие места, все хотят работать. Поселок здесь целый. Я же не могу там перепрофилировать весь поселок. Здесь же приехали специализированные рабочие, которые были как-то настроены на работу какую-то. Сейчас я смотрю, они все сельскохозяйственным занимаются, пашни и так далее. Хотя они по профессии, это другие. Поэтому передавайте руководству такое вот пожелание, что ноябрь месяц, и мы все материалы готовим. Я думаю, мы раньше предоставим, чем все материалы.
Да, но мне нужно, чтобы вы открыли производство. У вас месторождение разработанное, все есть. Мне то же самое было по вольфраму. Да, было неинтересно, невыгодно. Сегодня у меня отбоя нету. Как только начал разгонять вот этих седунов, которые просто хранили закрытое сеть помещений, все, сейчас не поверите. Всем, оказывается, нужен вольфрам оказался. А до этого все только занимались вот хранением его в недрах. Собственникам ГОКа равняться можно не только на Светлогорье, но и на предприятия по соседству. В Ярославском работает лесоперерабатывающий комплекс. И вот здесь как раз сырья не хватает. Андрей Тарасенко ранее уже говорил о том, что глубокая переработка должна производиться в Приморье. Китайцы же они берут не просто, они же что-то потом еще глубже дорабатывают. Китайцы? Конечно. А мы можем сами глубже дорабатывать? Можешь сделать, да? То есть глубже. То есть если я буду давать кругляк, сделаешь глубоко. Полностью. Лучше, чем китайцы делают. Что сделаешь? Все, что угодно. Фоновое, паркетное производство, мебельное. Мне же важно такое, что ты сделаешь, а потом сбыт у тебя будет сбыт? То есть продажа есть, да? Спрос сегодня в 1000 раз превышает предложение. Поэтому китайцы все здесь. Мне потому что леснички все говорят о том, что сегодня никто не хочет обработанную продукцию. Потому что вам говорит русский человек, точнее, вам говорит китаец с русским лицом. А, ему понятно. Надо вывести, там ему заработать 1000%, мы можем эту 1000 зарабатывать здесь, оставлять. Мы просто одним этим предприятием можем закрыть вопрос сегодня. Сколько тебе кубок нужно? Сколько дадите? Что я беру? Тысячу кубов, сто тысяч. Абсолютно не ограничено. И продукцию сделаешь хорошую и так далее. Развитие территории обсуждали на встрече Андрея Тарасенко с фермерами и предпринимателями. Глава региона отметил, что есть возможность для развития производств. В Приморье снижается тариф на электроэнергию. Есть возможность закупать отечественную сельхозтехнику, используя краевые субсидии. На встрече также обсуждали вопросы о развитии социальной сферы. И здесь многое необходимо решить. Например, в местном детском саду в прошлом году отремонтировали системы водоотведения, приобрели мебель, спортинвентарь, учебные пособия, уложили асфальт и заменили бордюры. Сегодня основной вопрос – замена окон. Администрация района в этом году представила неполный пакет документов для заявки на замену кровли и окон. Глава региона дал поручение найти решение для того, чтобы хотя бы на первом этаже учреждения в этом году поставили современные окна. Все у нас есть там, да? Заявление подали. Да. Они чуть позже срока подали, но мы постараемся их довключить. Это то, о чем я докладывала. По второму этапу. Дополнительные работы необходимо сделать и в спортивном зале «Олимп» местной детско-юношеской спортивной школы. Здесь обучается более 700 человек. Нужна пристройка. Там разместят залы для занятий настольным теннисом и самбо. Земля, коммуникации и даже тренеры уже есть. Соответствующий проект главе региона пообещал подготовить профильный департамент. Руководитель спортшколы также попросил Андрея Тарасенко посмотреть стадион в центральной части поселка. Он требует серьезной реконструкции. Для того, чтобы ее начать, можно привлечь федеральные средства. А вот спортзал в селе Поповка смогут отремонтировать уже к 1 сентября. Обещание дал глава района Алексей Губайдулин. О плачевном состоянии зала руководителю края рассказала жительница села на приеме граждан. Сейчас уже есть средства из федерального и муниципального бюджетов. Главе района вместе с директором школы нужно будет решать и кадровый вопрос. Пока в образовательное учреждение на стажировку не приехал ни один студент ДВФУ. Андрей Тарасенко поручил профильному департаменту администрации края внимательнее отнестись к этому вопросу. В завершении рабочей поездки в РИА губернатора провел встречу с депутатами местной думы и главой района. Андрей Тарасенко отметил, что особенное внимание нужно уделить развитию горнорудного дела и сельского хозяйства. А для того, чтобы вернуть людей на территорию, активизировать строительство одноэтажных домов, реализовать программу «Жилье для молодой семьи». Надо, конечно, производство мраморное посмотреть, то есть мне фотографии прислать, что там за разрез и какие, посмотрим, может быть, и восстановим. Ну и Ярославское тоже надо восстанавливать, потому что когда заморозили производство такое, целый город стоит, поселок, поселение, это неправильно. Ну и самое главное, конечно, надо вернуть людей. Вернуть, и должно быть какое-то предусмотрено строительство, какие-то одноэтажные там дома. Либо какое-то жилье, если где военные ушли, значит, может быть, эти использовать жилье для молодых
Ну, сегодня эту программу надо делать. И будем возвращать к рису. Система орошения и так далее, мелиорация здесь очень сильная была, и надо вернуть. Поэтому я субсидии заготовлю, а вы, соответственно, подготовьте по полям. То есть мне нужна инвентаризация полей. Что у вас, какие свободные, какие под рис, кем заняты, как это необходимо, что кто-то мне обрабатывает и так далее. Вот все начинаем сейчас считать. Каждый кулачочек земли. Потому что это доходы, это работа, это люди. Ваши поручения, ну, те, которые возле детского садика и на стадионе, уже убрали? То есть мусор этот уже убрали? Все, уже мусор убрали. По спортивному залу, по пристройке и по стадиону уже также предложения эти подготовили. Мы написали уже на ваше имя. Значит, по жилью мы тоже уже этот вопрос продумывали, то есть наперед, так как у нас в крае работает программа, и мы ежегодно участвуем в этой программе, по 8-9 человек у нас по молодым специалистам получают, потому что люди возвращаются в село, как правильно вы говорите, нужно возвращать. Значит, у нас есть проект строительства трехэтажного пентхауса, здесь в центре Хороля практически мы готовы. Значит, по домам военнослужащим мы провели полностью тоже ревизию. На сегодняшний день у нас два дома подходят под снос, но они у нас в ближайшие 19-20 годы будут, люди будут переселены. А по рису у меня вообще предложение объединить все рисовые совхозы в один какой-то кластер для его переработки. То есть, во-первых, чтобы это был контроль за качеством риса, мы могли бы с одного завода контролировать. Ну, да. Поэтому было бы, наверное, под контролем держать один какой-то определенный завод. То есть у нас на территории Приморского края 4 района выращивают рис. И вот Хороль самый, наверное, больше площадя. Сегодня у нас благоприятные условия. У нас сегодня ханка отошла с полей, с рисовых чеков сегодня заработали уже все каналы. Я думаю, что возрождение риса в ближайшие 2 года, я думаю, что оно пойдет вверх. Единственный большой минус – это то, что у нас на селе нет рисовиков. Давайте восстанавливать, потому что заказ такой делаем для наших институтов, техникумов. И начинаем готовить. То есть дайте мне специализацию, вместе с Валентином Степановичем отработайте ее. И мы сделаем заказ нашей науки. Со всеми институтами, с университетами, мы по программе, как вы уже пришли, вот работаете в этой должности, мы со всеми институтами и с университетом мы по целевому набору работаем. У нас уже приходят положительные подтверждения о том, что у нас на бесплатной основе принимаются люди, люди работают. Ну что, и если... посмотрите, где мне рыборазвод поставить, потому что надо восстанавливать тот рыбный запас. У нас даже уже есть человек, и у него и план, и да, все у него план, есть. Давайте. Отлично. То есть этот человек, если в районе Новой Девицы, у него даже в Девице, у него там на ханке эти были вопросы. Отлично. А мы пробьем ее как федеральную сделаем. Добро. Будем стараться.